второе заседание общественной палаты в обновленном составе, первое, которое посетил губернатор. Встречи с главой региона здесь подготовились. Общественники изучили проблемы оказания помощи онкологическим больным и готовы поделиться информацией. Но для начала стоит отметить масштабность вопроса. Почти 30 тысяч пациентов стоят на учете с онкологией. Ежегодно регистрируется порядка 5 новых случаев. Вот самое первое, о чем говорит каждый человек, что нет сопровождения больного одним специалистом, не терапевтом, а специалистом на всем протяжении заболевания. Пациент не понимает, что с ним происходит, насколько это нормально, что будет дальше, куда бежать, если заболит, и какие вообще есть варианты лечения. То есть он проходит по этим вот 4 стадиям, по которым мы говорили. Поликлиника, онкополиклиника, стационар и паллиативная, и каждый из них занимается своим кусочком проблемы. А дальше он опять приходит домой, и у него опять возникает куча вопросов. Вторая проблема – некорректное, грубое поведение медицинских работников. Станислав Воскресенский даже всерьез задумывается об организации специальных тренингов для медперсонала. Дело не в оборудовании. Мы видим и знаем случаи, когда неверно ставятся диагнозы, когда есть халатное отношение к пациентам. В общем, есть, к сожалению, масса примеров, и нам многое предстоит донастроить и в работе онкологического центра, и в работе первичной диагностики. Онкологический диспансер – единственное учреждение, которое принимает всех больных без исключения. Уделить внимание каждому не получается, и это вполне объяснимо. Профильный департамент решил учреждение чуть-чуть разгрузить. В ближайшие 5 лет в Ивановской области появится 5 центров онкопомощи. Все они будут располагать минимальной диагностической базой, экономить время и силы больного. Сейчас пациент идет в поликлинику по месту жительства, потом едет в диспансер, проходит обследование. Все это затягивается в среднем на 25 дней. С целью уложиться в 5 дней, то есть эти центры, которые будут организованы, должны будут обеспечить вот этот короткий период. Потому что пациенту не нужно будет ездить в областной центр. То есть вся диагностическая помощь до установления уже диагноза онкологического заболевания будет произведена в рамках этого центра. И уже после этого центра будет принято решение, то есть либо пациент едет сразу на оперативное лечение, либо на стационарное, либо вообще направляется в национальный центр. В 2019 году центр онкопомощи оборудуют в ШУЕ, и еще 2 позже появятся в Иванове, по одному в Кинешме и Тейкове. Также запланировано увеличение количества современных схем лечения в химиотерапии в 2,5 раза. Это позволит увеличить продолжительность жизни пациентов. Все материалы, собранные общественниками, Станислав Воскресенский предложил обсудить с медицинским сообществом, в частности, с врачами-онкологами. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.